Приветствую вас на канале «В гостях у Анушки», и сегодня я хочу предложить вам приготовить очень вкусный, нежный, ароматный торт без выпечки. Готовится все, как всегда, просто, из доступных продуктов. Давайте готовить! Такой торт можно делать без основы, но я решила сделать тоненький корж. Для этого беру 120 грамм сахарного печенья, измельчаю в крошку. К печенью добавляю 50 грамм растопленного сливочного масла. Все хорошо перемешиваю. Также я подготовила кольцо диаметром 20 сантиметров. Вы можете взять разъемную форму. Кольцо я затянула пищевой пленкой и теперь пересыпаю крошку в кольцо. Делаю везде одинаковый слой и хорошо придавливаю ложкой. И пока убираю форму в холодильник. Теперь хочу приготовить желе. Желе я буду делать сама, вы можете купить готовый пакетик в магазине. Для желе я взяла веточку сухой мяты и немного ягод. В ягоды наливаю 200 мл кипятка, ставлю все на огонь, довожу до кипения и пока отставляю в сторону. Теперь займусь приготовлением мусса. Беру 300 грамм свежих ягод, у меня это черника, вы можете использовать абсолютно любую ягоду. В чернику я добавляю сахар 3 столовые ложки, вы также смотрите по кислоте ваших ягод, если будут очень кислые ягоды, добавляйте больше сахара. Также я добавила 2 столовые ложки сока лимона и теперь все хорошо пробиваю блендером. Замороженную чернику лучше немного разморозить и после этого пробить блендером. Теперь ковшик ставлю на огонь, непрерывно помешиваю, грею буквально пару минут. Ни в коем случае масса не должна закипеть или стать очень-очень горячей, нам просто нужно, чтобы сахар быстрее растворился. И масса стала слегка теплая. Для мусса я также беру 20 грамм желатина, у меня желатин быстро растворимый. В желатин добавляю 6 столовых ложек горячей воды, также можно налить просто холодную воду и дождаться, когда желатин набухнет, после этого его растопить в микроволновке или на водяной бане. Как я уже сказала, желатин у меня быстро растворимый, я его просто перемешиваю до полного растворения. Желатин переливаю в ягодное пюре и еще раз хорошо все пробью блендером. Пока все отставляю в сторону. Дальше я беру 350 грамм творога, творог 9% жирности. Немного пробиваю его блендером, добавляю 300 грамм сметаны. Сметана у меня 20% жирности. Теперь хорошо нужно поработать блендером примерно 5 минут, чтобы получить однородную гладкую массу. Вот такая вот однородная гладкая масса у меня получилась. Теперь все немного нужно взбить миксером. Я добавляю пакетик ванилина и 1 столовую ложку сахарной пудры. Все хорошо взбиваю буквально несколько минут. В творожную массу через ситочко переливаю ягодное пюре. Теперь все быстренько и аккуратно перемешиваю, если хотите, вы можете оставить вот такой вот мраморный рисунок. Все, мусс у меня готов, переливаю его в подготовленную форму. Черники у нас много, мы ее собирали в лесу, поэтому я решила добавить еще немного черники в мусс, но этого можно не делать. Теперь форму я уберу на 10 минут в морозилку, чтобы мусс немного схватился. А тем временем подготовлю желе для верхнего слоя, для этого беру 7-8 грамм желатина, добавляю 4 столовые ложки воды, это также быстро растворимый желатин, но сейчас я его заливаю обычной холодной водой, набухает он буквально за 2-3 минутки и после этого я растворю его в микроволновке. Но если вы не хотите так заморачиваться, просто купите готовый пакетик ягодного желе. Желатин растопила и переливаю его в полученный компот. Также для вкуса добавляю столовую ложку лимонного сока и сахар по вкусу. Мусс немного схватился, можно украшать ягодами, ягоды не провалятся в мусс. Теперь аккуратно наливаю желе при помощи ложки так, чтобы черника была залита примерно наполовину и убираю еще на минут 7 в морозилку для того, чтобы черника схватилась. И наконец выливаю все желе и убираю в холодильник хотя бы на 5-6 часов. У меня торт пробудет в холодильнике ночь.
Как видите, желе полностью застыло, теперь убираю пищевую пленку. И для того, чтобы торт хорошо отошел от кольца, я кольцо немного прогреваю феном. Волнительный момент, ну, почти получилось. Если не очень аккуратно получилось, бока можно чем-нибудь украсить. Дорогие друзья, посмотрите, какая красота! Для меня это идеальный вариант, когда хочется накормить всю семью творогом. Творог здесь абсолютно не чувствуется, здесь больше чувствуется вкус и аромат свежих ягод. Торт получается внутри очень пористый, воздушный. Он очень ароматный, вкусный, ягодный. В общем, пробуйте, надеюсь, вы будете довольны, как и я. Спасибо, что были со мной. Если вы еще не подписаны, обязательно подпишитесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик. Желаю всем приятного аппетита, хорошего настроения и очень много радостных дней. Всем пока-пока!